познаете. Извините. Точно похоже на вас. Эти сказали, на почте были такое. Не-не, вот только что я, вот такая женщина, как вы, да. Ну, может, знаете, я познал. Как похоже. Ну и что-то. Она тоже там убирала, красила. Я живу на работу, ну, как и по молодости. Смотри, что вот и вас пошел убирать. И сзади шире, он вверху идет, а я загоняю, да, по плечу, я отдала. Здравствуйте, я обыкаю, боже, да, это да, бывает, бывает, да, ничего. Так я же еще отпугу моему по плечу, я в люди моя на работу, тут она поплавала. А меня сколько раз путает, говорит, водитель автобуса, вы большие. Я говорю, да нет. Вот точно копия, говорит, какого-то где-то или куда-то это. Я говорю, да нет, я точно. Бывает. Бывает. Да, даже раньше. Исход забывает. Да. Ну, если даром же двойники есть, и да. Сегодня на почте была, так там вот это, и с вот этими карточками, что по 1000 рублей не получили, тоже проблемы, еще больше, чем были, да, да, да. Приходит баба, ну вот, и позвонили, все, в такое время назначили, сюда же на почту прийти, и тут на почте начинается, да, оформление. Люди пришли, представляете, пришли за деньги. Начинаю оформлять, она оформляет это на ноль, три больше, вот два человека. Такую очередь собрали, если вы уже такое решили, ну где-то отдельный банк сделали. Да. Или дополнительно человека, впрочем, в какой-то смысле работника, чтобы отдельно занимался. Или кассир, а то это еще вот это, мало что всегда на той почте вовремя не дают, всегда задерживают. Собрала там таких людей, ой, я вставляла, чуть не дрался, то и то, знаешь, куда инвалид, а инвалид, давай. О! Страшное. Вот, чтоб не было этого. А мы были зарегистрированы, уже дали вот эту табурку, чтобы получить договор. А теперь начинается по новому. Там мы тоже с женой тоже табурку получили, а теперь по новому. А это по новому, я еще не ходила там по возрасту. Не, она дело в том, что вот она на заводе заработает. В принципе, сейчас же 80-летний, по-моему, вот так идет. Там, может, я не знаю, по сроку регистрации. Ну да, да. А она позвонила телефонки, там им же это бесплатно, и зарегистрировали, да, в Киеве, да. И назначили время здесь теперь в июле, мы, нам больше 50, поэтому в июне нам явится. На почту. Уже нас зарегистрировали, а в июне явится банк, нам, в июне. Это еще не то, это вы еще придете на почту. Не, ну понятно, что придем. Еще будете по-новому гулять, вот у бабы тоже, смотри, уже документы, уже все с Киева, и пришло уже. И назначили даже вот какое время, чтобы она явилась, а вот на сверках какие дают. На 9.20 у нее талончик уже лежит. И тут она начинает ее брат наслаждать, посмотрите. По-новому начинает, чтобы бать, какой день, что баба там, это самое. Потому что деньги надо дать. Никаких денег нет. Это мы потом вам сообщим. Но они Киеву братана дочка. Надо прийти и получить карточку. А, карточку. Да. А на ней будет деньги? Ну, наверное. Ай, я к ней бабе, говорит, какое мне дело. Мне 80 лет, я пойду. Что она соображает по этой карточке? Там еще неправильно и заберут эти деньги. И телефоны, как мы же глухие, какие нам это? Это не так, я думала, ну, зарегистрировали, пришли к Киеву,
сюда пришел, придите, получите деньги. Нет, тут и тут еще надо оформлять. Ой-ой-ой. Да там грызу, Да, умирали в очередях, и сейчас. Нет, сразу по телефону. Нет, там она позвонила, она говорит, да, вы зарегистрированы уже потом, еще про Юлика. Ага. Говорит, что фамилию, на что? И сказали, когда... Фамилию, паспорт надо. Да, 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 паспорт, все, да, 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 сверили и да. Дали уже эти тоже, но номера когда... Сказали. Да, и в какой банк явиться, в какой филиал банка явиться? Ну, где на новые стоит? Ну, мы вон в этом, на Наташе. Ну, лучше, чтобы я сегодня получала деньги. Вот это там, как бы, я скажу. Там быстро, да? А тут, слушай, я думала, а баба хороший день, бабушка. Хороший день. А нет, бабушка, все, что вы сделали, эти документы, это потом мы вам пришлем на Казань. Она перед этим час выстояла, да, как минимум? Да, ну, Оль, она не стояла, она, этот, вот, меня этот, только на 9.20 и все, и пропустили. А, ну да, она по времени она пришла. Ну, потом тоже, я начала оформлять, через полтора часа. Таня оформляет там, да? Тани сегодня не было, это, Люда, и другая, ну, две коты молодые. Тани сегодня не было, Таня выходная. Собралось там много людей, а что... Банк экономит, не хотим. Да, не хотим. Ну да. А? Помните, как Таня там одна служит, да, голову поднять бывает, это такая. Разве можно одного человека, это столько людей, не знаю. Ну, а, почитание, все-таки.